Индикатор для бинарных опционов AMME стал настоящим открытием в области анализа цен на финансовых рынках. Благодаря потрясающей точности и минимальному запаздыванию в определении тренда, что заметно снижает риск и повышает эффективность торговли. Этот продвинутый инструмент технического анализа был разработан знаменитым финансовым экспертом Перри Кауфманом, и его полное название – Adaptive Moving Average, что в переводе означает «адаптивное скользящее среднее». Этот индикатор и наш настроенный шаблон для MetaTrader 4, а также инструкцию по его установке вы можете скачать на нашем сайте. Ищите ссылки в описании к видео. Давайте познакомимся поближе с этим уникальным инструментом. Индикатор отображается на основном графике торговой платформы в виде двухцветной скользящей средней. Зеленым цветом обозначен восходящий ценовой импульс, а оранжевым – нисходящий. Сигналом к совершению сделки служит смена цвета. При этом особенно подчеркнем, что AMME не перерисовывает свои сигналы, и им можно доверять. В настройках всего несколько параметров, которые можно изменить в соответствии со своими задачами и особенностью торгуемой валютной пары или криптовалюты. Кстати, в статье об этом индикаторе на сайте мы основательно и детально разбираем регулировку параметров для турбоопционов и скальпинга, а также свинг-трейдинга и долгосрочной торговли бинарными опционами. После просмотра видео переходите по ссылке в описании, там очень много интересного и полезного. А мы далее рассмотрим правила торговли с помощью этого индикатора. AMME работает корректно и довольно точно с любым финансовым инструментом и на любом таймфрейме. Наши аналитики в результате тестирования пришли к мнению, что наилучшим таймфреймом для торговли бинарными опционами будет M15, а экспирация 3 свечи. А совершать сделки лучше в активные часы работы рынка, когда на нем присутствует волатильность. Мы рекомендуем для повышения процента прибыльных сделок добавить еще один аналогичный индикатор на график и дополнительное условие к нему – более длительный период параметра Fast and Period, например, 100. Таким образом, у нас на графике будут отображаться две адаптивных скользящих средних. Одна краткосрочная с периодом 5 параметра Fast and Period и вторая долгосрочная с периодом 100 аналогичного параметра Fast and Period в настройках. Для удобства в нашем шаблоне уже добавлены два индикатора AMME с указанными настройками, и все, что вам нужно, это просто перенести шаблон на график. Итак, важно запомнить, что в момент совершения сделки цвет краткосрочного индикатора AMME с периодом 5 должен совпадать с цветом долгосрочной скользящей средней с периодом 100. И для покупки опциона Call необходимо: первое, убеждаемся в наличии восходящего тренда, долгосрочный мувинг зеленого цвета. Второе, цвет краткосрочного мувинга сменился с красного на зеленый. Третье, предыдущая свеча закрылась выше скользящей средней. Четвертое, на открытии новой свечи покупаем опцион Call. А для покупки опциона Put также по пунктам. Первое. Убеждаемся в наличии нисходящего тренда. Долгосрочный мувинг красного цвета. Второе. Цвет краткосрочного мувинга сменился с зеленого на красный. Третье. Предыдущая свеча закрылась ниже скользящей средней. Четвертое. На открытии новой свечи покупаем опцион Put. Давайте же на практике разберем, как торговать бинарными опционами по индикатору AMME. Мы открыли сразу 6 графиков, выбрав на каждом одноминутный таймфрейм, чтобы быстрее получить интересующий нас сигнал. Похоже на графике доллар-швейцарский франк, у нас назревает сигнал. Обратите внимание, что сигнал формируется не сразу. Мы должны не просто дождаться смены цвета быстрого мувинга с красного на зеленый, но и убедиться, что цена закрепилась выше него и закрытая свеча зафиксировала корректность сигнала. И вот сигнал получен. Свеча закрыта выше зеленой AMME с периодом 5, и мы можем переходить к торговле в реале. На платформе Pocket Option находим швейцарский франк и покупаем колл-опцион с экспирацией 3 свечи. Обратите внимание, что у нас заранее открыты валютные пары, такие же, как и в терминале MetaTrader 4. Установлен таймфрейм M1 и экспирация 3 минуты. Сделка открыта, наблюдаем и для экономии нашего времени ускоряем движение графика.
Очень хорошо видно, что цена успешно продолжает расти по тренду после отката, и в итоге сигнал оказался прибыльным и принес 92 доллара к нашему депозиту. Теперь рассмотрим подробнее покупку пут-опциона. Подходящая ситуация на графике была замечена на паре доллар-иена. Анализируем. Долгий мувинг красного цвета, а краткосрочный уже сменился с зеленого на красный, и мы просто ожидаем закрытия свечи ниже этой линии. И вот сигнал. Переходим на платформу брокера Pocket Option, находим иену и покупаем put-опцион с экспирацией 3 свечи. Ускоряем график и, ожидая прибыль, с удовольствием наблюдаем, как цена после мощного отката вверх продолжает движение по снижающемуся основному тренду. Напомним, что основной тренд мы определили по цвету долгосрочной адаптивной скользящей средней с периодом 100. Ее красный цвет подсказал нам искать исключительно покупки пут-опционов. А вот и экспирация. Фиксируем прибыль в 77 долларов. В итоге хочется добавить о важности сохранения реалистичных ожиданий. Как и многие другие инструменты технического анализа, адаптивная скользящая средняя не гарантирует точных результатов во всех случаях. Иногда она может давать ложные сигналы, особенно в изменчивых рыночных условиях. И общая рекомендация на этот счет – старайтесь избегать ценовых консолидаций и флетовых участков рынка. Обязательно проводите тестирование всех индикаторов на демо-счете и не забывайте правильно управлять капиталом, соблюдая правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. И, конечно же, выбирайте только проверенных брокеров для торговли, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные и полезные видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!